Авторадио Магадан 103 FM. И давайте опять все-таки к празднику быстренько, немножечко. Мы уже сказали, что будет много гостей, сюрпризов, в том числе ждем Раду Рай. Ну расскажите, какие праздничные мероприятия? Их так много. Может быть, раскройте секрет, кто к нам приедет. Будет интересная программа 29 числа. Вообще, магаданцев ждет две больших программы в связи с тем, что у нас две же даты, 90 и 80. 29 будет большой концерт, будет 4 интересных исполнителя на Магаданской площади. Ну, от дома вы слышали, землячка наша. И 12 будет фантастический концерт там на стадионе. Это делает нам Первый канал, компания «Красный квадрат», с известнейшими всему миру исполнителями. Такого концерта, я вам хочу сказать, не было в Магадане никогда. Здесь я не буду приоткрывать, значит, ни насколько эту щелочку, и подглядывать сюда не будем. Много увидите, в том числе и наших земляков, которых мы всегда называем в числе наших вот знаковых людей, которые делают имидж Магадана. Думаем, что всем магаданцам понравится, хватило бы места на стадионе. У нас стадион вмещает 3500 жителей, но там еще будем делать и фан-зону. Аппаратура будет супер, потому что запросили только организаторы подключения почти мегаватт на площадь. Поэтому все будет там сверкать, сиять, греметь. Вот, ну, знаете, вот кусайте локти те, кто уезжает. Да, зонтики обязательно. Вот для магаданского стадиона концерт будет длинный, я вам сразу говорю. И магаданцам концерт будет длинный. Учтите, пожалуйста, специфику нашего северного края и стадиона. Возьмите с собой обязательно теплые вещи. Это раз. Возьмите с собой обязательно зонтик. Это два. И с учетом того, что много лет назад деревянные сидушки поменяли на стадионе на пластиковые, возьмите с собой вылочную прокладочку, которые продаются вон в спортивных магазинах для туристов. Будет вам тогда очень комфортно. Вы отсидите на конце. Не помягче, а потеплее. Потеплее, да. Вот. И пробудете на концерте все это время. Спасибо большое нашим радиослушателям. Я напомню, у нас в гостях, а в принципе, как и у себя дома, был мэр города Магадана Юрий Федорович Гришан. Спасибо за беседу. С наступающим всех праздником. Спасибо, всего доброго. Авторадио Магадан 103 FM.